Радий представити нашого ранкового гостя, бджоляр Максим Євлампів. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. Як завжди, за гарною традицією, в першій половині робочого тижня ми зустрічаємося в ефірі, щоб поговорити на ту чи іншу тему, пов'язану із бджолами. Сьогодні поговоримо о темі, як пчеліний подмор, що це, як і взагалі, скільки живуть пчоли і, скажімо так, їх собратія. Почнемо з чого? Наверно, з того, що таке подмор, чтобы понимать, и, соответственно, как он происходит, это штучно, это естественный процесс как-то был. Да, в прошлый раз мы говорили о том, насколько полезны живые пчелы, пчелоужаление и все такое. В этот раз поговорим о мертвых пчелах. Потому что, как их оказывается, тоже научились использовать. Да, мертвые пчелы тоже очень полезный продукт и тоже используются во многих случаях. Ну, прежде всего, должен сказать, что в основном это идет естественное отмирание пчел. Конечно, при необходимости можно и специально сделать подмор для целей, для своих, но стараюсь этого не делать, как бы, потому что пчелы мне больше нужны живыми. Вот. Пчелиный подмор – это осыпавшиеся пчелы, которые умерли, в основном собираются весной, после зимовки. То есть зимой, когда пчелы никуда не вылетают, они, соответственно, умирают в улике. Дело в том, что пчелы очень чистоплотное животное, насекомые. Они все мусор, все выносят подальше. И даже чувствуют, когда приходит время, они даже умирать улетают подальше от улика. Насколько серьезно подходит к этому вопросу пчелы. Да, поэтому даже вот готовясь к передаче и пытаясь найти вот мертвых пчел, я облазил всю пасеку и еле вот насобирал небольшое количество. Потому что они все уносят подальше. То, что не успели вынести еще, так сказать. Да. Вот, поэтому подмор в основном собирается весной, после зимовки. Тут нужно быть очень внимательным и отбирать именно качественных пчел, потому что, ну как, зима, сырость, влага, температуры, перепады, и может быть поражено плесенью или грибками. Это ни в коем случае таких пчел для лекарственных целей брать нельзя, потому что сделает только хуже. Если мы говорим, да, о таком процессе, то стоит, наверное, поговорить о том, сколько же все-таки живет пчела, ее собратья, сейчас говорю там о трутнях, да, скажем так, что является нормой, какой период? Значит, ну, прежде всего, конечно, да, должен сказать, что все же пчелы практически это девочки. Вот, и если в улье там по-разному от 30 до 60-80 тысяч пчел, то на все это количество приходится одна матка в нормальной ситуации и буквально несколько сотен трутней. То есть трутень – это единственная мужская особь в улье, вот, остальное все девочки. А продолжительность жизни зависит напрямую от того, чем пчелы занимаются. То есть, то есть так, как по сути у людей, да, у износ кого посложнее организма. Работа, тот и меньше. Да, износ организма. Полегче. Если в сезон, когда нужно усиленно выращивать новое поколение, когда нужно работами ульевыми заниматься и главное носить мед, то есть летать за нектаром, то пчела живет буквально 30 дней. Даже так? И все. А зимние поколения, которые вот вышли... Но при такой, скажем так, смертности успеваются популяции пополняться новыми особями? Конечно, не то что успевает, а еще и растет. Дело в том, что матка, это, конечно, мы про нее как-нибудь отдельно поговорим, но она порядка 2000 яиц в сутки ложит. То есть буквально 40 секунд, каждые 40 секунд она как конвейер откладывает яйцо. Многостаночница, так сказать. Да. Так вот, а зимние генерации пчел, которые вот выводятся в сентябре-октябре, они живут полгода и доживают до весны, и их хватает на то, чтобы вырастить новые весенние поколения. То есть, по сути, тут идет какой-то там жизненный запас, который они могут либо быстрее, либо более дольше. Да, и жировые тела накапливаются, и вообще... Если говорим о пчелах, да, то есть можно использовать, скажем так, даже мертвые тела пчел. Сколько должно там пойти по времени, потому что я так понимаю, что оно все равно осыпется, рассыпется, высохнет это тело. Значит, пчелы, вот подмор собирается, высушивается, чтобы все лишнее влагу убрать, чтобы не было процессов распада. Вот. И можно либо на целых пчел использовать для изготовления настойки. Ну, как, например, вот здесь, вот эта вот уже готовая настойка на подморе, она сделана на целых пчелах. Можно их перемолоть в такой себе порошок.
Скажем так, что будет более приятнее для зрения, да, потому что не будет там пчел, как бы, вот сейчас могу показать нашим зрителям, что вот просматривается. Кстати, если говорим вот о таких настойках, как долго она готовится, сколько нужно пчел и что, какие ингредиенты здесь? Ну, ингредиентов всего два, это пчелы и спирт. Угу. То есть в основном, опять же, можно делается спиртовая настойка, угу. потому что она лучше всего экстрагирует полезные вещества и хорошо хранится. Угу. При необходимости, при непереносимости спирта, ну как мы уже говорили про угу. настойку на прополисе, точно так же можно и с пчелами. Можно делать водные отвары, припарки, можно изготавливать мази, но они не так удобны в применении, не угу. так удобны в изготовлении и очень мало хранятся. То есть, если отвар, то там буквально пару дней, угу. и потом он может испортиться. Ну, мази на основе вазелина, ну, до 3 месяцев, а угу. настойка спиртовая год. То есть, mm-hmm. в принципе, такой... Если мы говорим о ее приготовлении, этой настойке, соотношение, скажем так, сколько миллилитров спирта и, соответственно, количество этих пчел на вес, не знаю, как это правильно даже сказать. Ну, в среднем берется где-то столовая ложка пчел, ну, где-то на 200 миллилитров спирта. Mm-hmm. Можно делать более... больше пчел брать, для некоторых случаев можно вообще один к одному. Mm-hmm. Что есть такого полезного в этих телах пчел, что можно его использовать для каких целей, что излечить, что протирать, в каких случаях, вот здесь вот целебная вот эта часть? Значит, целебного очень много, но прежде всего, что самое главное, это яд, то есть вот пчелиный яд. Угу. В прошлый раз мы говорили, что используется пчелоужаление, но ведь в мертвых пчелах он никуда не девается, ну, да. он там же остается, и посредством спирта он экстрагируется и попадает в эту настойку. Угу. И хитиновый покров, то есть хитозан, он намного насыщеннее и более активен, чем у ракообразных. То есть этот хитин полезнее вот, и эффективнее. Используется очень хорошо для очистки организма, то есть вывод шлаков, вредных веществ и даже радионуклидов. Вот, то есть ее можно принимать, эту настойку, вовнутрь. Примерно точно так же, как и настойку прополиса. То есть это по сути правда, да, что пчелы, если что, при радиации они могут выживать? Ну, насчет этого я даже не скажу, могут ли они выживать. Но то, вот что, вещества помогают, то, что да? вещества выводят радионуклиды, это да. Насекомые вообще, они лучше приспосабливаются ко всему, чем люди. Вот. Лечится, я же говорю, что выводятся всякие вредные вещества и шлаки. Опять же, очень хорошо для очистки сосудов, желудочно-кишечного тракта. Угу. То есть это, скажем так, все вовнутрь принимается? Можно и наружно. Угу. Наружно при тех же болях в суставах, при каких-то повреждениях кожных, для снятия опухолей, болевых эффектов, потому что яд, он анестетик сильный. Угу. Вот, то есть очень широкий спектр. Есть тут какое-то ограничение в количестве в этих примочках, как часто их делать, как не стоит, может ли быть какая-то аллергическая реакция? Аллергическая реакция, конечно же, может быть. Если есть аллергия, если да. есть аллергия, то есть и на яд в первую очередь, может быть на это хитин. Это как при применении снаружи, так и вовнутрь? Да, конечно, если снаружи это может быть высыпания какие-то, опухания, ну, вовнутрь... Тоже же аллергические реакции могут Если говорим, у человека, скажем так, моделируем идеальную ситуацию, нет аллергии на там, пчел, мед и так далее, как быть здесь, как употреблять, в каком количестве на сутки, значит, с едой до еды во время? Вообще, как вариант, может быть, то порошок, сделанный из-под мора, вообще можно как приправу использовать, посыпая еду, по большому счету. Боже, друзья, у меня открывается просто мир по-новому. Да, можно жарить пчел. Если использовать настойку, то рекомендации очень разные. То же самое, как примерно капля на килограмм веса. Угу. Другие источники рекомендуют вообще относиться к годам жизни. То есть капля на год прожитых... Нет. На каждый прожитый год. И, ну и также растворяется в воде.
Угу. Ну и принимается до еды, чтобы... Скажем так, еще. Перебрать эту норму какую-то... Понятно, спирт это, конечно, можно перебрать, но вот саму норму здесь может быть какой-то минус для организма? Конечно, может быть, как и в любом переборе. Вот что не стоит, скажем так, какая оптимальная норма? Потому что, да, понятно, там капля на вес, капля на год, но хотя бы вот оптимально, чтобы за раз и сколько раз в день можно принимать? Ну, желательно раз, ну, максимум два раза в день. Ну, если уже так взять, ну... пол чайной ложечки этого настойки там разводить стакан в воде. Но лучше, конечно, все-таки отмерять капельками. Это будет, скажем так, безопаснее для вас же. Так что, друзья, будьте безопасны и пусть все будет безопасно для вас. Спасибо большое вам за то, что сьогодні прийшли к нам в студію. А це лише одна із тем. Якщо пропустили якусь розмову з нашим ранковим гостем, заходьте на нашу сторінку в Ютубі, шукайте розмови із стосовно бджіл. Розпочиналося, друзі, все із меду, начебто так все легко і просто, а тепер дізнаємося, що виявляється, із бджіл навіть є приправа. Тому це ще не кінець. В наступних ефірах поговоримо і про трутнів більш детально, яка ж їхня функція, незвичайно, що і як із ними робити, про бджіл ми сьогодні вже дізналися. Дякую вам.